В Исландии христиане празднуют Пасху в воскресенье. Примерно за неделю до Пасхи во всех школах, детских садах и рабочих местах наступают выходные дни длиною в неделю или дольше. Погода на Пасху всегда очень странная. Вроде бы солнце светит и на горах снег, но дует сильный ветер и на градуснике -2. На Пасху в магазинах начинают продавать шоколадные яйца. Эти шоколадные яйца бывают разных размеров, а также разных вкусов. Самый большой размер – это 1-килограммовое шоколадное яйцо. Вкусы шоколадных яиц бывают разные. Молочный шоколад, шоколад с лакричной начинкой, шоколад с морской солью и так далее. Внутри этих яиц пакетики с разными конфетами и сладостями. А также там всегда находится маленькая бумажка с посланием. Это что-то наподобие предсказания на следующий год. На утро Пасхи родители часто прячут шоколадные яйца от детей, чтобы те бегали по дому и искали их. Иногда они пишут загадки и подсказки, чтобы делать эту пасхальную игру интереснее. Затем ближе к вечеру готовится ужин. Пасхальная еда не сильно отличается от рождественской еды. Иногда жарят мясо на гриле, если погода позволяет, или запекают индейку. Но чаще всего готовится свинина. Свинину сначала варят, а потом запекают в сиропе в печке. Затем варят картошку, а потом жарят ее в сиропе из растопленного сахара и немного сливок. С этой едой часто на столе можно увидеть кукурузу и красную капусту. Главный напиток Пасхи – это мальт. Ну, или в переводе квас. Этот квас продают с двумя разными вкусами. Один – это просто квас, а второй – это квас с газировкой со вкусом апельсина. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Ставь палец вверх, подписывайся на канал и увидимся в следующем видео. Пока!